Мы приветствуем вас на выставке «Лесдревмаш», где собрались все самые известные производители деревообрабатывающего оборудования. Добро пожаловать на стенд Record Power. Record Power – это известный британский бренд со столетней историей в области производства и разработки станков для деревообработки. Благодаря накопленному опыту и эксклюзивным разработкам, Record Power предлагает широкий ассортимент станков для разных деревообрабатывающих операций. Линейка токарных станков по дереву представляет особую гордость Record Power. Продуманные до мелочей конструкции из чугуна, великолепные технические характеристики, богатая комплектация – все это относится к каждой модели. Coronet Gerald – токарный станок по дереву превосходного качества, создан для профессионалов и увлеченных любителей токарного дела. Благодаря ряду инновационных дизайнерских решений станок отличается превосходными характеристиками. Coronet Regent – новая разработка компании, имеет внушительные размеры. Достаточно сказать, что расстояние между центрами 610 мм. Станок работает очень тихо. Макси-1 – самый мощный токарный станок Record Power профессионального класса. Полезная особенность станка – возможность поворота передней бабки вокруг вертикальной оси. Для токарных станков вы можете найти у производителя всю необходимую оснастку. Оригинальные наборы токарных резцов, созданные в Англии. Патроны, планшайбы, кулачки. Для заточки токарного инструмента рекомендуем заточные станки с водяным охлаждением. Помимо токарных станков, Record Power славится своими вертикальными ленточными пилами. Линейка Sabre – это компактные напольные пилы профессионального уровня. Удобная настройка, качественная конструкция и высокая производительность. Скорость распила заготовки впечатляет. Вам понадобится несколько секунд, чтобы раскроить заготовку на части. Работать на этом станке – одно удовольствие. Пилы Sabre – это оборудование, востребованное как в столярных мастерских, так и на мебельных производствах. Если говорить о мастерских и мебельных производствах, то мы хотели бы обратить внимание на линейку стружкоотсосов и пылесосов Record Power. На выставке стружкоотсос CX-3000 использовался совместно с токарным станком Maxi-1, а для токарного станка Regent незаменимым помощником стал пылесос из линейки Comvac. Пылесосы из линейки Comvac имеют систему тройной фильтрации, что гарантирует максимальную очистку. Для очистки воздуха мы предлагаем систему фильтрации AS400. Финишной прямой при обработке изделий является процесс шлифования. Среди линейки шлифовальных станков Record Power модели со шлифовальной лентой и абразивным диском, а также комбинированные и осцилляционные шпиндельные станки. В работе был представлен комбинированный шлифовальный станок BDS-250. Станки Record Power – это оборудование, отвечающее лучшим стандартам качества. Надежность оборудования подтверждена 5-летней гарантией на любой станок.